Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антонай. Сегодня очередные центральные матчи. Ювентус, Интер, Али Хилах, Насыр. Хер знает, что это за команды. Челси, Манчестер Сити и Леганес, Гетафе. И давайте начнем с арабской сборочки. Итак, игроки Саудовской Аравии минимум 2, игроки из одной лиги максимум 3, клубов минимум 3 и сыграно всего 80. Я взял Германию 1, Германию 2, Германию 3 и купил двух арабских футболистов. Сейчас мы пробежимся, да, купил их всего за 200, потому что они как бы не сильно сюда подходят, да, вы видите, центральный защитник играет на воротах, соответственно, здесь халявные игроки. И нападающий тоже, да, как бы он для связки не подходит, да, сыгранности. Но сыгранность делается за счет игроков Германии. Ну что, большой серебряный набор. Поехали, скрываемся. Открываем наборчик. 24 предмета, 24 серебряных, 3 редких. Всего лишь 3 редких, довольно маловато. Двигаемся дальше и открываем испанскую сборочку. Здесь игроков Испании минимум 2, лиги минимум 3, игроков из одной страны максимум 4 и сыгранность 85. Здесь, конечно, мешают испанцы, но я взял Испанию 1, взял Испанию 2 и Италию добил бразильцем. Здесь я ни одного игрока не купил. Все игроки у меня абсолютно из наборов. Сборка абсолютно бесплатная. Сыгранность 88 получилось. Рейтинг 76, но рейтинг здесь не важен. Сыгранность 88 лишь за счет того, что у меня игроки из наборов, да. То есть покупая таких футболистов, сыгранности бы такой не было. Про это не забываем. Если нужно сыгранность поднять, игроки у вас покупные, выставляйте их на 10 матчей в стартовом составе. И, соответственно, сыгранность прибавится каждому из них на плюс 1. Итак, простенький наборчик, 12 предметов, 12 серебряных, всего лишь один редкий. Ну, здесь что-то схватить хорошее, ну, вряд ли удастся. Может быть, какого-то игрока для продажи. Нет, к сожалению, ничего интересного. Нет, игроки, конечно, появились, да, которых можно выставить и получить с них монеты. Это, кстати, неплохо, неплохо. Итак, двигаемся дальше. За Ювентус мы получаем большой золотой премиум набор, да, то есть, ну, как бы ничего топового. А за Челси и Манчестер Сити получаем малый премиальный набор, золотой набор, да, то есть игроков. Ну, давайте начнем с Ювентус Интер. Здесь должен быть один игрок Ювентуса или Интера. Игроков серии А, соответственно, минимум 3. Мы сейчас кого-нибудь добавим. Сыгранность 84, да, мы, в принципе, можем любого защитника... даже, наверное, из Германии взять, и он прокатит, да. Здесь Италия, вся Италия, есть грек, все остальные итальянцы, ну и из немецкой лиги я добавил. Сыгранность у меня получилась ровно 85, да, про то, как ее добиться, я уже вам говорил ранее. Соответственно, здесь у меня все игроки не покупные, все они из наборов, я практически вообще не трачу монет просто на эти сборки. Ну и что, большой золотой премиум набор, поехали, выполняем задание. И скрываем наборчик. Итак, 24 предмета, 24 золотых, 7 редких. Поехали. Это не экраны. Пабло Сарабия. Итак, последний центральный матч. Челси, Манчестер Сити. Премиальный набор, малый, золотых игроков. Здесь все просто. Один игрок Челси, либо Манчестер Сити. Клубов минимум 4, игроков строго золото. И 85 сыгранность у меня на 85. Рейтинг здесь не важен. У меня один игрок из английской премьер-лиги и французская лига, потому что, соответственно, я не трачу сейчас игроков в Англии максимально, потому что жду, соответственно, из БЧ английской премьер-лиги. Итак, полностью центральные матчи выполняются. Нас ИА поздравляет. И мы скрываем сразу два набора. Да, электромовый набор игроков также дается за полную сборку центральных матчей. Ну, пока даже экранов не было. Давайте с малого начнем, а потом уже премиальный откроем. Итак, в принципе, здесь в любом наборе, как мы знаем, может упасть абсолютно любой игрок. Это экран. Это бразилец. Это форвард. Это Реал Сосьедад. Да, этот
Хосе, или как там его, постоянно падает. Прям любимчик экранов он. Итак, последний набор на сегодня. Премиум электрумовый набор игроков. Давайте, 6 золотых, 6 серебряных. Ну, конечно, хотелось бы. Но... нет. Левый защитник. Да, слабенько, очень слабенько. Ну что, ребят, центральные матчи открыты. Надеюсь, что помог вам в каких-то сборках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и удачного вам открытия паков. Играйте в FIFA 19.